Десятки Дедов Морозов и Снегурочек вышли сегодня на улицы Волгограда, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом. Как водится, чтобы получить подарки из Великого Устюга, и взрослые дети должны были рассказать стихотворение или спеть песню. Для поздравления тех, кто справился с заданием, дедушки и внучки собрали сладости в мешки и отправились в район Волгограда, в том числе в трамвайную подземку. Ну-ка, слушай, дедушка, внимательно. Дед Мороз бумажный, сизой и важный, с бородой и мешком, с деревянным пузырьком. Ты самый сладкий подарок. Посмотри в дверную щелку, ты увидишь нашу елку. Вспомнить некоторым горожанам детство оказалось несложно, ведь наступление новогодних праздников, само собой, предполагает приятные эмоции, а значит и пробуждает ощущение приближения чуда. Дед Мороз и Снегурочка зовут в хоровод, чтобы напомнить, что до Нового года остались считанные дни, а значит, настроение должно быть на высоте. Вообще замечательно, побольше бы таких. Готовы к Новому году, ко встрече? Еще нет, готовимся. Что нужно, по-вашему, сделать самое главное перед встречей Нового года? Сдать сессию. Закрыть отчет. Всех с Новым годом и всем счастья и удачи в Новом году. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, зимой, летом стройная, зеленая была. Дедушка, давай нам сладкий подарок. Замечательные эмоции. Я видела уже поздравления и слышала трамваях, что поздравляет, была приятно удивлена. В это время во всех дворцах культуры Волгограда традиционно проходят елки для самых маленьких. Маскарадное настроение, предпраздничный настрой помогает создать на улице города и новогодние украшения. Главная елка Волгограда на площади Павших борцов, уже наряженная, ждет гостей в большой хоровод 31 декабря. Народные гуляния продлятся здесь до 4 утра. Подарком горожанам стал ледовый каток, свободное посещение которого будет открыто до конца января. Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года, начались уже во всех районах Волгограда. Но самым зрелищным событием уже на новогодних каникулах станет традиционный для города парад Дедов Морозов и Снегурочек. Он пройдет 3 января, движение начнется в 17 часов на центральной набережной Волгограда. Поздравят горожан персонажи также на улице Советской и Аллее Героев. Happy New Year!